雲の下、星を探し、さまようよ、素足のまま、帰る道、なくしたまま、果てしない夜を越える。Так, всем привет, с вами Алекс, мы продолжаем добро пожаловать назад, да? Продолжаем проходить NG Speed Hunter. Так, что-то на горло. Ладно, в общем, да, хорошее начало. Ну что, давайте продолжать. У нас в предыдущей серии мы победили третьего призрака, победили кричащего автора. Это, казалось, одна из жертв Мироку, писателя Мироку, который творил там ужасные вещи в своем особняке, в своем поместье с девушками. И, походу, он был, может быть, педофилом. Как наш герой подумал, но это не точно, так что не объяснилось, короче, его поехавшая крыша, его маньетизм. Ну, я имею в виду, что он расчленял, отрезал руки девушкам и в итоге приделал к своему телу. Зачем? Непонятно. Или он просто поехал крышей, или он был под гипнозом, или что-то такое. В общем, ладно, у нас надо двигаться дальше. Мы рассказали тете Нацуме еще, что Ами жива. Но сейчас находится в другом мире, в загробном мире, с какой, вот. Так что можно отдыхать, в принципе. А, вроде как я упокоил обиду, но это не точно. Пока не знаем, так что походу мне надо спать. Так что всем приятного просмотра, давайте продолжать. Я думаю, еще где-то часов 5-6 от игры осталось. Ну, чисто чуйка. Вроде я должен уснуть. У меня опять перерыв. После победы призрака. Я падаю на кровати и закрываю глаза. Let's go, boys, let's go. Те пытки, которые были в резиденции Мирока. Четыре убитых девушки, а также сам убийца Якума Мироку тоже оказался мертвым. Что, черт возьми, происходило в этом особняке? Я пока не знаю ответа на этот вопрос. Может быть, скоро узнаю. Мои мысли уходят от меня, и прежде чем я это осознаю, небо становится ярким. Действительно, должен немного поспать. А, типа он только на рассвете лег? Офигеть. Ну, неудивительно, мы же еще ходили. С Роуз. С Роуз тоже что-то какая-то чертовщина происходит, я не знаю. Намекает, что она, возможно, тоже не человек. Или она какой-нибудь реально человеческий вампир, типа, я говорил. После тех событий в резиденции Мироку проходит день. Я трачу весь день, бездельничая, пока не наступает ночь. Вчерашние события полностью истощили меня. Так это уже вечер другого дня. Время проходит без всяких происшествий. Обычно я звоню Аманому, чтобы убить время, но его больше нет. Грустно. И мне ничего не хочется делать. Может так просто дальше лечь и лежать. Может быть, но мы, типа, сохранимся. Ну, короче, у нас два или один день и есть передышки. Потом новая игра. И наш герой начинает уже потихоньку паниковать тем, что то, что он делает, скорее всего, бесполезно. И он уже начинает терять надежду, что он спасет Ами. Что он один раз оступится на призраке и проиграет, и все. Он, Ами, dead. А, да, насчет тети Нацуми, я надеюсь, что мы ее не вовлекли, так как мы рассказали ей правду. Пришлось. Но если это повлечет эти события, ну, то, что ее тоже завлечет Какуя, ну, трындец тогда. Ладно, мы, походу, дальше. Не захочет, да? Не очень хочется принимать душ сейчас. Окей. Ну, ладно, пошли ляжем дальше.
Все равно завтра, скорее всего, пахать. Ай. Время, чтобы... Ну, ночь прошла. Еще одна ночь прошла. Может, ты наш детектив? О, мою дверь кто-то постучал. Кому там не спится? Стой, чё, может, соседи? Проверить глазок? Конечно. В смысле? Игра. Я нажал... Не успел нажать, он... Типа... Похоже, там никого нет. Вау! Ультразвук. Что это было? Конечно, выйти наружу. Мы что, боимся призраков? Мы же охотники на призраков. Я не чувствую никого поблизости. Может быть, мне привиделось? Может быть, я слишком устал? Или как вы играется? Да, еще мы узнали, что как он играет с Ами там, ну, безобидные вещи, игрушки. И сказала, что когда Какуи наскучит, только тогда она разберется с Ами. Ну, убьет ее, короче. А пока не наскучила, может не беспокоиться, типа, у меня есть время. Надеживающе. Падаю на кровать и закрываю глаза. Ну, вот так и проходят наши дни. Держу пари. Это из-за того, что я вчера не выспался, нифига. Но, кажется, я не удалось задремать. Игра на 20 часов где-то, может быть, на 25, потому что уже мы сидим 15 вроде часов в ней. О, что я слышу? Кстати, я хотел это послушать эту мелодию побольше. Будет она повторяться? Или нет? Не, вроде она сейчас пошла на повторе уже. Красивая флейта все-таки. Ну да, не такая уж она и длинная. Ночью я возвращаюсь домой со станции и слышу знакомый звук флейты. Когда я добираюсь до подземного перехода, звук прекращается. Снова этот ветер. Холодный ветер дует в мою сторону. Здравствуйте, доброго вечерочка. Добрый вечер, мистер. Вот мы снова и встретились. Как вы так счастливы, так счастливы. Это то, что она говорит, но ее голос не нес никаких эмоций. Знаете, мистер, Мне начинает наскучивать Ами. Черт. И что бы это значило? Она все время говорит, что хочет домой. И она не очень хороша в играх, в слова. И в кошачьей колыбели, и в домике. С ней не весело играть совсем. Хотя с ее братом очень даже весело. Ты маленькая, да как ты смеешь? Продолжай играть с Какуей. На веки веков, веки вечные. Тюрьмо.
Я сжимаю кулаки в ярости от бессмысленности и безнадежности этой ситуации, что я не могу ничего сделать. Но мои руки не сдвинутся ни на дюйм, не сдвигаются, как будто они парализованы. Я думаю, что следующая игра уже готова. Это будет идеальный убийца. Игра в идеального убийцы. Или красивого. Если ты не сыграешь, ты исчезнешь, мистер, и Ями никогда не вернется. Все, я понял. Кыш. Что за идеальный убийца? Или какой-то роскошный убийца? Как я расставил во тьме? Где она находит всех этих призраков? Хотя, чего я удивляюсь, знаете, сколько в Японии городских легенд? Это просто, как, наверное, китайцев населения. Я говорю, чтобы не... Если ты наслушаешься всех этих историй, то единственное безопасное место... я даже не уверен, что даже там. В общем, под одеялом сидеть. Но мне кажется, там тоже тебя кто-нибудь достанет. Нет, не будет безопасного места, если вы прочитаете или узнаете множество городских легенд. Потому что на каждый сантиметр у вас будет это какая-нибудь особая история. Про пол, про кровать, про потолок, про люстру, там, я не знаю, про ванную, про кухню. Вы вообще не захотите шага вступить после всех этих историй. Потому что в каждом месте, в каждом уголке всегда будет какой-нибудь призрак или какая-нибудь паранормальная дичь. Так что неудивительно, что она находит столько призраков, это еще мало. Я же говорю, неудивительно, что куча людей играли в эту игру. Дерьмо. Это прикольно на самом деле. Японцев с фантазией, конечно, супер. Мне нет времени, нельзя терять время. Мне нужно выяснить, где это, что такое царство мертвых, и вытащить Ами оттуда, пока Каку ее не порвало. По дороге домой я связываюсь с Баном Рос. Я рассказываю им о идеальном убийце и прошу их разобраться в этом или поискать что-нибудь. Давайте назвать его идеальным убийцей. Мы соглашаемся встретиться завтра вечером в Черном Кролике. Окей. Вроде они выжили, значит... А, блин, она ничего не сказала, кстати. По поводу того, упокоил я ее обиду или нет, призрака. С завтрашнего дня я буду исследовать следующего призрака, духа. Поэтому мне лучше отдохнуть. Давай. Погнали. Ложусь на кровати, закрываю глаза. Впереди сложный, тяжелый день. Новая игра как и началась. Идеальный убийца, да? Это следующий дух, к которому я должен стремиться. Но я не против... Ой, точнее, я не просто стремлюсь к этому духу. Я должен спасти Ами. Я также должен придумать что-то, найти какое-то слабое место в какую. Нет смысла побеждать призраков раз за разом. Надо что-то думать, придумывать. Это мои мысли. Ну, он, наверное, так же думает. Он не дурак вроде. Конечно, вспыльчивый, но не дурак. В течение дня я решаю отправиться в библиотеку. Хотя не думаю, что мне это поможет. Среди всех, кто пытается учиться, я смотрю на идеального убийцу и царство мертвых. Пытаюсь найти. Что я могу найти, это только головную боль. Это то, что я получаю, чтобы... А, это то, что я получаю, когда пытаюсь сделать что-то плохое. Так безрезультатно, да? Я прибываю к Черному Кролику немного раньше встречи. Не похоже, что тетя Нацуми здесь. Она сказала, что посмотрит книгу Якомо Мироко про загробный мир, где упоминается загробный мир, ну или царство мертвых. Но... Может быть, она что-то поняла? Я захожу и смотрю в телевизор. Решил посмотреть телевизор, пока не придут мои коллеги. Итак, сегодняшние гости из группы Love Hero. О, отсылочка к метке.
Там вышла новая песня Love a Hero. Еще одни идолы. У них был большой перерыв после того, как они снимались в драме, и их сильно потрепало там. Морально, наверное. Я думаю, это какая-то музыкальная программа. Куча идолов танцуют, одеты в яркие костюмы, в отличие от готической одежды Момо. Девушка с косичками в центре выделяется. А вокалистка Аи Кашиваги выпустила дебютный сольный альбом, который принес миллионы продаж. Аи Кашиваги! О боже, это же та девчонка, которая была с нами в метке. С этой, с гадалкой еще. Точно, да? Ее же Аи Кашиваги звали. Ладно, потом надо будет проверить, но мне кажется, это она. Она действительно современная же Золушка. Все глаза смотрят на нее, чтобы увидеть, что она будет делать дальше. Боже, это такая скукотища. А мне нет. Я прям рад, что вот эти персонажи упоминаются. Я чувствую, что мои глаза тяжелее, и некоторые зевки помогают, показывают это, поэтому я перестал смотреть. Я случайно смотрю бар, с которым я теперь так хорошо знаком. А, да, точно. Я же все еще не просмотрел записи тети Нацуми. Возможно, она написала что-нибудь о идеальном убийце. Точнее, писала. Я направляюсь к книжным полкам, где хранятся ее записи. По дороге замечаю что-то на верхней части стола. Так, что это там такое? Ну что, случилось чудо, называется. В кавычках. Она прислала записку в игру тетя Нацуми. Ух, я тебя ненавижу. Причем та же самая записка. Это черная открытка, которую Какуя посылает своим жертвам. Что эта открытка делает здесь? Или это наша? Не может быть. Неужели тетя Нацуми подняла ее? А наша где? Я должен проверить. А если это не наша? Да ладно, нет смысла, мне кажется, как ее сейчас во время игры приглашать еще кого-то. Я судорожно набираю ее номер. Нет, она, кажется, нашла нашу. А где наша была? Алло? Я только что добралась до твоего... Тетя Нацуми, послушайте меня. Я нашел черную открытку у вас на столе. Где вы ее нашли? Она была на полу перед баром. Или на земле, на земле. Я думала, что кто-то уронил ее, поэтому подняла на всякий случай. Ну, нет, во всяком случае, я должна сказать тебе кое-что, Кира. Акира. Я поняла кое-что, и я знаю. Знаете что? Вы же не имеете в виду царство мертвых? Да, я про это. Часть Мироку, Нагоши, Ноуджи, царство мертвых. Если то, что написано в книге, верно, то Ами... Внутри зеркала? Зеркало. Того зеркала? Обычно я бы сказал, как нелепо звучит, но после того, что я видел, через что я прошел, искаженная структура дома Мироку. И Роуз сказала, что проклятия или обиды могут влиять на время и пространство. Я не могу отрицать существование мира в зеркале после того, как испытал нечто подобное. Я собираюсь спасти Ами. Поэтому, пожалуйста, поторопись и присоединись ко мне. Что бы это значило? А? Тетя Нацуми! Что это? Нет. Вообще она сказала, черт, что это? А не ноу, ну ладно. Эй, что происходит, тетя Нацуми? О боже. Ну вот кто... Она пытается мне что-то сказать.
Ну, кажется, я не могу. Это по сюжету ее с ней что-то происходит, значит. Ну что, мы потеряем еще одного близкого человека. Поздравляю. Ну, меня уже предчувствовали. Он пытается мне что-то сказать. Но меня не могу понять. Все, что я слышу, это стоны и боль. И звонок обрывается. Как раз перед тем, как все закончится, мне кажется, что я слышал жесткий звук. Как будто телефон упал на пол. Уронил телефон. Не в состоянии держать. Что, черт возьми, там произошло? Что-то должно быть случилось с тетей Нацуми. Ну где она? Она же сказала. Успокойся, Акира. Я должен забраться и обдумать это. В смысле обдумать? Я пытаюсь вспомнить все, что она мне только что... Она сказала, что я уже у под твоих, твоего дома. Она сказала, что выяснила, где Агами в царстве мертвых. И про зеркало. И что она собирается спасти Ами, чтобы сделать что-то. Должно быть, она была рядом с зеркалом, в котором, по ее мнению, застряла Ами. Это означает, что она должна быть в моем доме. Она сказала, что я подхожу к твоему дому в самом начале. Как только у меня появилась идея, я убегаю из бара. У нас дома, значит, она в этом, в зеркале, которое в ванной, да? Тетя Нацуми. Только не умирайте. Я бросаюсь сквозь толпу перед станцией и бросаюсь к подземному переходу. Это не должно быть довольно далеко, и все же мне кажется, что я бегу столько миль. Please don't die. Please don't die. Ну, свет горит, да. В моей квартире горят, ну, свет. Я уверен, что запирал дверь, но... Тетя Нацуми, не? Я отдавал тете Нацуми запасной ключ из своей квартиры. Значит, она внутри. Чего же там случилось-то? Я медленно поворачиваю ручку двери и тихо открываю ее. Твою мать! А что с ней случилось-то? Нет, нет, не может быть, ни за что. Так. Тетя Нацуми. Держитесь. Она вроде жива еще. Тетя Нацуми упала на кухонный пол. Лежала. Эй, держитесь! Я пытаюсь встряхнуть ее, но ответа нет. Она... И у нее пульс. У нее есть пульс, но ее глаза безжизненны. Слюна капает из ее полуоткрытого рта. Черт возьми, что же произошло? А как так быстро? Даже если она схватила записку. Почему? Ну, я не вижу никаких травм на ней. Но на полу есть царапина, как будто она царапала пол ногтями. Кстати, да, вижу. Должно быть, ей было очень больно, пока она не потеряла сознание. Щены, щены, щены. Умри, 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 умри. Что? Голоса? Подожди, это те рты? Да ты смеешься. Инстинктивно касаясь своего лица и шеи. Но там ничего нет. Откуда эти голоса? Не может быть! No fucking way. Простите, тетя Нацуми. Я снимаю ее одежду, чтобы подтвердить свою ужасную теорию, которая была у меня, вспыхнула у меня в голове. Ах ты твою мать! Окей, ее поглотило проклятие. Но почему так быстро? Как ужасно. По всему телу и рты покрывали ее. Почему же она... Ну, это очевидно. Потому что она пыталась спасти Ами. Она продолжала пытаться найти Ами, и она фактически приблизилась. Правде? А, типа как я позаботился о ней из-за этого?
чтобы никто не узнал ее секрет. Вот ты какую! Какой, наверное, это не понравилось. Она послала... Поэтому она отправила черную открытку и забрала ее. Черт возьми. Она сказала, что Ами была в зеркале. Да, в этом зеркале. Так что, значит, Ами где-то здесь. Но как мне спасти ее? Что пыталась сделать тетя Нацуми? Ты здесь, Ами? Конечно, не было никакого ответа. Единственное, что отражается в тусклом зеркале, это мое собственное лицо, как обычно. Я вызываю скорую помощь для тети Нацуми. Они прибывают быстро, и я вхожу внутрь, чтобы... ну, вытащить ее с остальными вместе. Столько всего случилось после этого. В больнице мне задали тонны вопросов, и родители тети Нацуми были уведомлены об этом. Была поздняя ночь, и я только возвращался домой после того, как все закончил. А или меня продержали до самой ночи. О, вот это было неплохо. Я имею в виду, скорее. Черт возьми, я полностью просрал нашу встречу с Баном и Роуз. Вероятно, они теперь злятся на меня. Я забыл свой мобильный телефон дома, поэтому не смог с ними связаться. Я должен рассказать им, что случилось. Твою мать. Эй, Киджима! Так, кто бы это мог быть? У меня только одно предположение, ну да. Я слышу хриплый голос, и следующее, что я знаю, появляется эта леди, детектив. Оуе. Оуе. Извини, что... Но твоя квартира была закрыта. Поэтому... Команда криминалистов усердно работает там. Боже, какая боль. Где мне теперь спать? Это хороший вопрос. Как насчет кровати в полицейском участке? Подожди, она меня подозревает? Вы что, меня подозреваете? Ну да. Мы еще не можем арестовать тебя, но ты, очевидно, подозреваемый. Жертва была найдена, упавшая без сознания в твоей квартире. Блин, как? Ладно. Дело насчет Ами и дело Кентоки, а теперь дело твоей матери. Вокруг тебя слишком много происходит странных вещей, чтобы это было простым совпадением. Поэтому я хочу услышать, что происходит прямо из твоего рта. Твоего конского рта, точнее. Кинджима, ты пойдешь со мной? О, слушай, а вот этот выбор, скорее всего, что-нибудь повлияет, да? А, даже если я не пойду, мне кажется, она меня заставит. У нее есть все полномочия на это. Вряд ли я смогу с ней драться, да? Ты пойдешь со мной? Окей, окей, будем улыбаться. Вау, а что ты улыбаешься? Ты недооценишь меня или что-то такое? Я просто люблю улыбаться. Я думаю, что ты пересмотришь свои отношения насчет этих вещей. Я знаю, что Сейджи Аманомо и Каори Хазуки пропали без вести. Я могла бы сообщить о твоих отношениях с ними моему начальнику. Что? У меня есть доказательства того, что ты врывался в храм Ямато. Оказывается, у лодочного проката есть камера, и они видели тебя. Аманом пытался скрыть это, связавшись с охранной компанией, но я достала эти записи, и теперь они у меня. Полиция пока этого не заметила, и твоих особых отношений с этими двумя. Было бы грубо, если бы они внезапно узнали об этом, верно? Ой, права. Если бы полицейские узнали об этом, они уже арестовали бы меня давно, тогда я точно не смог бы найти Ами. Ладно, если твой зов спорт, что ты собираешься делать? Хорошо, хорошо. Был бы полной задницей, если я не найду место, где я смогу спать, так что я пойду с вами. Пойду с тобой. Ладно, давай на ты.
Так что давайте поспешим и приступайте, я устал. Слушай, ты, у тебя довольно стальные нервы. Сегодня вечером у тебя будет бал, малыш. Пацан. Панк? Это пацан типа? Студент. Несовершеннолетний еще называют их. Я сажусь в машину, ой, и она везет меня в полицейский участок. Чинджа. Все это похоже на то, что Аой накопала кучу вещей на меня, исследовала меня. О чем она вообще думает? Почему она это делает? Завтра я узнаю, хочу я этого или нет. Допросы, 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 да. Жесть. Следующего призрака зовут идеальный убийца. Как я устала играть сами, и походу у нее мало осталось времени. Чуть на Цуми... Ну, заражена проклятием. Как я сделала это? Ами, внутри зеркала. Я слышал это четко и правильно от тети Нацуми. Нагоши Науцай это то, что писал, ну, Мироку с книги про царство мертвых. Окей, я думал, не думал, что в зеркале, хотя почему бы и нет. Ладно. Давайте посмотрим. Наконец мы поработаем с этим детективом, посмотрим на нее. Мне интересно, на самом деле, как персонаж, что, как ее раскроют. Я провожу ночь в камере. Замечательно. Я чувствую, что для такого несовершеннолетнего, как я, это излишнее. Но она беспокоится, что я могу сбежать или уничтожу улики. Другими словами, я виноват в своих вредных привычках. Я заканчиваю неплохой завтрак и жду начала моего допроса. Когда вдруг она приходит. А, оно прибывает. Проклятие. Я думал, она... Ух ты, а не быстро? Шепоты голосов из ниоткуда. Время для сказки. Давай начнем прямо сейчас, прямо сейчас. Тебе ты должен уничтожить огров. Идти вперед, только вперед. Уничтожаю. Огров же, или я что-то не то прочитал? Ай, ну чё, опять как всегда внимательность. Кажется, часы моей смерти начали тикать. Я должен уйти отсюда и начать преследовать идеального убийцы. Убийцу. Наконец-то наступает вечер, и Аои начинает задавать мне вопросы. Окей. Отвечай мне! Вау, я не думал, что это будет так жестко все. Окей. Она, значит, серьезно на нас настроилась. Как долго ты продолжать будешь молчать, а? Мы все-таки решили молчать. Она спрашивала мое имя и возраст. Просила описать, в каком состоянии я нашел тетю Нацуми. Все, что она уже должна знать, так что мне не хочется ничего говорить. Точнее, она все это уже знает. Слушай, вы же не привели меня сюда, чтобы спрашивать о таких тупых вопросах. Просто спросите то, что вы хотите знать. У меня дела как бы. О, да, дела, значит. Окей, панк. Будь готов к реальным вопросам. Ну, давай. В смысле, опасность она меня запрет? Слушай, она заставила меня совершить нарушение... А, или признался в нарушении и дело с Марухаши. Если я напишу ей, расскажу ей обо всем, и я задержусь здесь намного больше. Но если я хочу уйти отсюда и начать искать призрака, я должен подбирать слова осторожно. Ой, как громко. И что я должен делать? Я вспоминаю все, что знал о Аои и ее личности. Лгать и как-то избегать вопроса, это не сработает на ней. Она также странно интересуется делами, связанными с... Ну, с призраками, типа с... Следует помнить об этом, пока я буду говорить. И лучше не злить ее. Ладно, отвечай уже.
Только правильно. Есть какие-то подсказки, почему чуть на сумме упала? Ну, без создания. Феномен. Может быть, она переработала? Ладно. Окей, может быть, сказать, что... Окей, сверхъестественное явление. Хорошо. Но я пока жив. Ты просто несешь всякую бредятину. Дерьмо. Окей, она кричит на меня. Ладно, следующий вопрос. Ну, я дед. Ты ведь знаешь, что я расследовал дело с Кентоки, верно? Ну, в городе Кентоки. Ты ведь тоже расследовал это дело? Да. О, я еще жив. А будет третий вопрос? Если да, то я дед, скорее всего. Да, я тоже исследовал. Я знаю. Я знал это. Я не думаю, что ты убил Марухаши, но... Ты ведь знаешь что-то еще, верно? Ой, смотрит на меня. С восхищением. Ну, я не знаю. Ты скрываешь что-то важное, верно, Каджима? Киджима. Каджима. Я уверен, что мне не понадобилось бы... много усилий, чтобы вывести тебя на тот свет. Я могу легко продлить твое пребывание здесь, если захочу этого. Либо ты признаешься сейчас, или... либо позже ты все-таки не уйдешь отсюда, пока не выйдешь, пока не расскажешь мне правду, понял? Да блин, третий вопрос. It was my fault. Окей. Ладно, наверное, just break out. Ну, don't care, точно не... Окей, я дед. Ладно, что она сделает? Я знал, что ты скрывал что-то. Опять она кричит на меня. Ладно, это никуда не годится, понятно. Как насчет того, чтобы немного остудить голову в своей камере? Я на сегодня закончил с тобой разговаривать, мы еще поговорим через 2 дня. Все, я рип, точно. Понятно, почему рип. Это просто заканчивается, я снова заперт в камере. Я пытаюсь несколько раз выбраться, но полицейские следят за мной так пристально, что не дают мне этой возможности. Я уже изможден, я просто хочу отказаться от всего этого. Я просто ложусь на кровать и жду своей смерти. Проходит пол... приходит... Нет, проходит полночь, и прежде чем я это осознаю, оно приходит. Это два дня уже проходят? Да, жили долго и счастливо. Бери меч, бери меч, бери меч, бери меч, убиваю, убиваю. I'm dead. Ну, мы поняли. Но я ничего не мог поделать. Я не знаю, каким будет мой конец. Я могу только надеяться, что это будет как можно безболезненно. Ну, судя по сути, тёте Нацуми, это довольно больно, когда тебя вот это проклятие убивает. Окей, давай снова. Ничего. Надо было просто проверить. Короче, 2 дня я провалялся в камере, и проклятие в итоге... Отвечай мне, ублюдок! Так, что там надо выбрать, я уже забыл. А, да, сверхъестественное явление. Эй, ты думаешь, я что, вообще идиотка? Это шутка какая-то? Сверхъестественная? Это полная бредятина. Чепуха. Это то, что она говорит, но я думаю, что... Я вижу ее слегка улыбающейся. Ладно, хорошо, следующий вопрос. Ты ведь знаешь, что я расследовала дело в городе Кентоки, да? Да, да, я тоже его расследовал. Так, окей, а третье, что у нас? I
Just Brick. I don't care. А есть четвертый вопрос? Меня не волнует, ладно. Я думал, ей грубить не стоит. О, слушай, прекрати нести тут бредятину. Скажи мне, что ты... собираешься убежать прямо мне в лицо. У тебя остальные нервы. Или у тебя немного нервов. Она опять закричит на меня. Окей, мы никуда не денемся. Сегодня хватит. Может быть, ты изменишь свое мнение после того, как пройдешь камеру немного дольше? В смысле, она... Дерьмо, я не могу столько ждать. Давай в этот раз что-нибудь сделаем. Если она действительно собирается бросить меня здесь на 2 дня, проклятие убьет меня. Да уже убивала. Черт возьми, что же мне сделать? А, есть еще вариант. Провоцировать ее? Не, давай сделку. Точно, нужна сделка. Провоцировать ее не стоит. А? Зачем мне заключать с тобой сделку? Мне просто нужна информация из тебя. Я просто выжму ее. Нет, это не сработает. Вы же знаете, какой я упрямый. К тому же... вы... ладно, ты не сможешь спрашивать у меня, если я буду мертв. Мертв? Ты пытаешься что-то провернуть, да? Запутать меня? Просто скажу, что я умру через пару дней. Проклятие. Я был проклят. Что? За черт? Слушай, ты, конечно, заставил меня поверить в эти штучки немного. Ну, в то, что ты там с призраками воевал, но я не попадаюсь на эту проклятие мамбо-джамбо. Ха-ха. Твой рот говорит одно, но твои глаза смертельно серьезные, Аоя. Ты действительно... искала Ами и Кубитару, значит, ты чувствовала это тоже. Что-то своего рода сверхъестественное присутствие. И у меня есть... я хочу заключить сделку с тобой. И если ты отпустишь меня, я расскажу тебе все, что ты хочешь знать об этом мире. Но ты должна отпустить меня прямо сейчас. Эй, Кижима. Если ты солгал, я клянусь, я никогда тебя не прошу... не прощу, и я брошу тебя в тюрьму, ты понял? Да, мне все равно. Все равно через 2 дня умрешь, по сути. Тут плевать как-то. Окей, это было напряженно. Детектив, полицейский детектив, который интересуется их, естественно. Ну, куда их тянет, а? Допрос закончился. Как только все было сделано, меня выпускают из камеры. После того, как все документы рассортированы, я выхожу из полицейского участка и сажусь на поезд до Кисуджи. О, день. Давно мы днем не вылазили никуда. Летнее солнце светит даже ярче, чем обычно. Теперь, когда я в непосредственной опасности, адреналин выходит из меня, и все истощение сразу поражает меня. Ну да, из-за этого допроса адреналин-то вскочил. Интересно, как там тетя Нацуми? Подожди, она что, жива еще? А, 2 дня, да, наверное, тоже она выдержит. Она в стабильном состоянии, и кажется, нет опасности для ее жизни. Че, серьезно? Так что тебе пока не стоит об этом беспокоиться. Ой, следи за мной с тех пор, как я покинул полицейский участок. Думаю, я должен был ожидать, когда скажу ей, что... расскажу ей все, что знаю, да, но... и действительно не чувствую себя комфортно, когда полицейский следит за мной, за моим каждым шагом. Она пришла в сознание? Нет, судя по тому, что мне сказали, она в коме. Кома. Да. Они дали ей... ну, обследовали ее полностью, мозг и тело, но не могут понять, почему, по-видимому. Если эта кома вызвана проклятием какой, то, конечно, врачи ничего не смогут понять. Как сказал Бан, некоторые жертвы какой остаются... как-то... в очном состоянии. А, ну да, они ж не все умирают. Кажется, тетя Нацуми может стать одной из них. Ты хочешь навестить ее? Нет, только не сейчас.
У меня есть кое-что, что я должен сделать в первую очередь. Да, точно. А да, точно. Я должна вернуть тебе это. Она возвращает мне телефон и сумку. А, почему у вас мои вещи? Ну, очевидно, что я забрала их из твоего дома, как улики. Хотя, возможно, это не входит в мою компетенцию. Таким образом, она взяла их без приказа. Это преступление, не так ли? Ну, не будь таким острым. В конце концов, для тебя будет лучше, если... Лучше бы я нашла их, а не другие копы. Если они увидят твою историю контактов с Мицури Рухаши, то тебя все равно посадят за решетку. Кстати, да. Ты должен быть благодарен за то, что я спрятала это. Улыбаемся и машем. Вот так, благодарность важна, понимаешь? Ой, по-видимому, довольно... Блин, а как это сказать? Вертлявый полицейский. Ну, то есть она не совсем прям такая... Короче, хитрожопая. Я предпочел, чтобы за мной следил извилистый... да, полицейский, чем какой-то твердолобый придурок. То есть она... Может, и нарушить приказы. Ну, детективы, они ж не прям полицейские. Как бы нельзя считать их копами прям. С ними можно договориться, и если что, они могут тебя даже на ту сторону встать. Вот. Если я собираюсь сказать ей обо всем, что произошло, мне нужно найти какое-нибудь тихое местечко. Так что я решил отвезти Аои к черному кролику. Окей. По дороге я связываюсь с Баном и Роуз. Я получаю кучу вопросов, но обещаю выполнить их позже. Но не разозлись там, хорошо. Когда мы добираемся до черного кролика, я все объясняю ей, пока мы ждем Бана и Роуз. Ами похитила какая-то кукла по имени Какуя, тетя Нацуми прокляли. Женщина Урашима, Кубитаро Кентоки, кричащий автор, все про все эти встречи с духами. И все, кто помогал мне, Сейджи Аманомы, Каоры Хазуки, Мицури Марухаши, Наумаса Бан и Роуз Мулан. Вспоминая все это, всего за 3 недели произошло невероятное количество вещей. И это чертовское чудо, что я все еще жив. 3 недели уже прошло. Слушай, это все так смахивает на какую-то сказку. Я не могу сказать, что верю всему этому, но ничто не противоречит любой информации, которую я получила. Это объясняет странное исчезновение Ами и все бесчеловечные события в Кентоки. Это слишком хорошо, чтобы просто быть выдумкой. Ну, что означает, что это правда на самом деле. Духи, да? Я никогда бы не подумал, что такие странные вещи действительно могут существовать. Что может означать? Что в этом случае... Это сделали духи тоже, да? В каком случае? Тетя Нацуми, она имеет в виду. Именно тогда раздается... Ну, звон в дверь. Эй, Киджима, привет. Я поражен, что ты все еще... Ходишь вокруг после того, как ты съел дерьмо, которым... Они кормят тебя на станции. А, ну, в участке. Я уверен, что это был хороший жизненный опыт. Хе-хе. Хе, Бан устраивает хорошее шоу, но он действительно беспокоился о тебе. Он читал молитвы со вчерашнего дня, он даже не играл ни разу. Ничего себе. Наумаса Бан, журналист, и Роуз Мулан, так называемая магичка. Ясно. Я Аоя из следственного отдела. Приятно с вами познакомиться. Из того, что Киджима сказала мне по телефону, похоже, вы интересуетесь странными случаями и вещами. С каких пор ваше подразделение занимается такими вещами? Такого урода.
Ну да, я уверен, что это выглядит как-то немного странно для нас. Но как только я скажу вам об этом деле, я уверен, что все это будет иметь смысл. А, нет, это какое-то другое дело, слушай. Это было... Слухи о идеальному убийце. Подожди, она с ним встречалась? No way. Я уверен, что вы знаете Лунную башню. Это здание недалеко от станции Синдзя. Или она уверена, она же рассказывает. Это небоскреб посвящен особым дизайном. И кое-что странное происходило там. Это началось месяц назад, глубокой ночи на одном из офисных этажей Лунной башни. Это просто рассказ очевидца. Мы просто сейчас можем назвать ее мисс А. В один день мисс А... В один прекрасный день мисс А неожиданно у нее появилась какая-то работа, и ей пришлось задержаться до конца дня, чтобы закончить ее, ну, подольше. Когда она наконец закончилась с делами, которые на нее обрушились, была уже полночь. Очевидно, в это время никого не было уже рядом и в офисе. Или, по крайней мере, так думала мисс А, идя по якобы пустым коридорам. Но потом она услышала, как кто-то печатает в соседнем офисе. Она больше ничего не слышала, и звук клавиатуры эхом разносился по полу. Мисс А почувствовала себя плохо из-за того, кто бы это ни был. И пошла прямо к двери, но... Потом она... Ей показалось, что она услышала странный шум, смешанный с треском клавиш. Это звучало, как босые ноги, идущие по полу. Странный шум начал беспокоить ее, поэтому она внимательно прислушалась. И это было не просто ее воображение. Это было по-настоящему. Что это за звук? Спросила она себя, заглядывая в офис. Окей. Там она увидела парня, сидящего за компьютером, и странную фигуру, стоящую позади него. С головой на животе. Ну, окей. С катаной, смотри. Лицо, освещенное светом монитора, было похоже на обезьяну в темноте. И также в ее руке была катана. Было темно, поэтому она... Картина была не совсем ясна, но казалось, что фигура заметила ее. Она была так напугана, что не могла издать ни звука. И парень был так сосредоточен на своей работе, что не заметил ничего. Фигура подошла к мужчине. Мисс Эй смотрела в это время туда. Звук катаны, и она качнулась. С голова. Ну да, катана. Голова разорвалась, оторвалась и... упала на пол. Следующее, что мисс А знала... Фигура с обезьяньим лицом исчезла, и все, что осталось, это было тело мужчины. На сегодняшний день 4 человека уже были убиты там. Эта вещь еще не попала в новости, но некоторые люди уже знают об этом. Группа Суми, однако, они были зажаты, поэтому ни одной детали не раскрыто. Ну, они, в общем, прикрыли это. Секретами. Группа Суми, да? Это же они построили Лунную башню. Таким образом, они явно подавляют новостные агентства, чтобы защитить свою репутацию и имидж. Ни одной из дочерних компаний Суми нет тонны офисов, как в этом здании.
Преступления произошли в одном и... происходили в одном и том же офисе. Не, мне больше любопытно, что... Что это за... фигура... призрака, ну или существа с головой обезьяны и с катаной, чем... жертвы. У вас есть информации больше об этом? Это странная часть. Группа людей видела фигуру с катаной. Но ни одно из утверждений о ее лице не совпадает. Одни говорят, что это была голова собаки, другие обезьяны, другие... а третьи этого журавля. Это те маски из особняка. Обезьяна, собака и журавль. Слушай, это напомнило мне сказку о Момотару. Я уверен, что все остальные думали так же. Вот почему они дали убийце имя «Идеальный убийца». Ну или типа «Разные убийцы», я хз, если честно. Эй, подожди-ка. Это имя Кижима сказал по телефону на днях. Да. Это дух, который является следующей игрой. Из того, что ты сказал, эти духи похожи на призраков, которые нападают на людей, верно? И они рождены от сильных обид или сожалений, которые несли, когда умирали. Так значит, этот идеальный убийца один из них, да? Ну да, наверное. Они все духи, с которыми... А, все духи, с которыми я сталкивался, до сих пор были такими. А. Лицо, ой, на секунду, затуманивается. Кажется, мы знаем, куда нам идти дальше. Но лунная башня защищена первоклассной системой безопасности. И будет трудно проникнуть в это место только с моими навыками и инструментами. Мы что, действительно... А, если мы собираемся действительно пойти в лунную башню, я кое-что должна сделать. Нам выданы ключи гостевой карты в рамках продолжающего расследования. Я возвращаюсь в штаб-квартиру и одолжу, могу одолжить его. Одолжите? Да, делайте, что хотите. После четвертой смерти место, где произошли все убийства, было закрыто. Поэтому нам не нужно беспокоиться о набеге сотрудников. То есть они не записали... А, не закрыли это место, пока 4 человека не умерло? Это как-то довольно убого, позорно. Но это не вина полиции, это все Суми. Они даже отказались вмешиваться... Точнее, запретили нам вмешиваться. На самом деле, я только недавно убедил их закрыть весь этаж. Так что в последнее время больше не было жертв, но... Похоже, что вы скрываете что-то. Что происходит? Суми оказали на нас давление. Поэтому мы все вообще не могли исследовать место происшествия. Они продолжают рассказывать о корпоративных секретах и не позволяют нам... убирать имущество любой компании. Прям как карандаш, так и ластик являются фирменными секретами. Таким образом, ты разочарованно в этой ситуации решил взять все в свои руки, верно? Мне нравится твой подход. Кстати, а что насчет других этажей? Я сомневаюсь, что все здание закрыто. С момента первой смерти компании Лунной Башни стали бороться со сверхурочной работой. Они сказали, что отключат электричество в офисах, поэтому вокруг не должно быть никаких сотрудников. Ну, к вечеру будут отключать перед уходом. Ну это довольно интересно с их стороны. Это дешевые скейтборды не очень хороши, они сделали это только после того, как мы им разжевали всю ситуацию. Скейтбордисты. Технически они согласились сотрудничать, но на самом деле это всего лишь приказ их штаб-квартиры.
Отлично. Это сила правительства для вас, да? Ну, не стоит недооценивать силу Бога. Хотя есть еще одна серьезная проблема. В этом месте все еще есть система безопасности с камерами и... карточными замками. И сила Божья не сработает на этих вещах. Кажется, правительство тоже будет бесполезно здесь. Если мы собираемся пробраться в лунную башню, то сразу же получим... точнее, если нас сразу обнаружат, то нет, не будет в этом никакого смысла. Уже язык лис. Ауэй будет с нами, но это расследование не является официальным, если нас поймают. Ворида. Это конец. Так что мы делаем? Ну, это наш единственный вариант. О чем ты, старик? Эй, Киджима. Просто предоставь это мне, хорошо? Блин, в смысле тебе? Не-не-не-не-не. Почему ты вдруг разозлился, что я хочу туда пойти? Ты не доверяешь мне? Бан, а что ты там задумал? Я не могу сказать, что мне тоже это нравится. А, ну ты просто с нетерпением уже ждешь этого, да? У нас все еще есть время до наступления ночи, так что я улаживаю все это к тому времени. А он про камерами? Он уверенно улыбается и выпячивает свою грудь вперед. Начнем с того, что он довольно большой, так что на самом деле это произвело желаемый эффект. Но у меня немного не хватает средств. Эй, Киджима, одолжи-ка мне 30 тысяч йен. Снова? Вы так и не вернули мои 5 тысяч. Я с радостью верну эту сумму, как только придет моя зарплата следующая. Так что теперь нужно раскошелиться. А что, у нас есть столько денег? Я неохотно протягиваю ему 30 тысяч йен. Это низкая цена, которую нужно заплатить, чтобы попасть в лунную башню. Спасибо. Ну ладно, тогда я сваливаю отсюда. Я должен сделать это как раз на моей последней гонке. Эй, старик, подожди, ты что? Ты собираешься потратить мои деньги в игровых ставках? Бан уходит, не отвечая. А мы можем вообще ему доверять? Не спрашивай меня. Кажется, он уже бросил свои кости. Они говорят, что верующие будут спасены, поэтому, возможно, мы все могли бы попытаться молиться. Хотя я должна сказать, что в этом случае наш спаситель кажется еще более ненадежным, чем обычно. В любом случае, похоже, что сегодня вечером мы направимся в лунную башню. Втроем? Так что сейчас давайте разойдемся, в любом случае мне нужно вернуться в штаб-квартиру. Мне нет возражений. Увидимся ночью. Да, конечно. Окей, мы втроем пойдем. Ой, втроем, вчетвером. Росу и Ой выходят из бара, оставляя меня одного. Я не могу пойти домой, даже если захочу. Потому что это место все еще рассматривается как место преступления. Даже если я вернусь, я все еще не знаю, как мне вытащить Ами из зеркала. Может быть, я найду ответ. Смогу победить идеального убийцу и продолжить расследование. Нет, продолжить преследовать какую? Окей, потихоньку раскрываются секреты какую. Но она пока об этом не знает, я думаю. Она точно не узнает, что как тетя Нацуми рассказала нам про то, что она узнала. Аой, в общем, допросила меня, я поговорил с ней, рассказал ей обо всех призраках. Мы получили от нее слух о идеальном убийце. Сегодня мы собираемся вчетвером проникнуть в лунную башню. Какое-то тело, человеческая фигура, которая ходит в разных масках и с катаной наперевес. Но непонятно, человек это или нет, не подтверждено. Он постоянно меняет маски на
Обезьяны, собаки и журавля. И мы пока не знаем, как ему противостоять. Проходит несколько часов и наступает поздняя ночь. Но Бан пока еще не звонил. Проклятие. Дерьмо, проклятие. Корс. Ты появляется и начинает время для... Уже почти финал сказки. Один после всех. Ты должен победить всех огров, не пропустив ни одного. Один за всех, точнее. Ты должен. У тебя есть это. Я так понял. Какие-то огры. Проклятие стало прогрессировать быстрее, чем обычно. Потому что как и продолжает играть со мной, или есть реальная причина для этого? В моей голове кружится куча мыслей. Вот я раньше помню, упоминал то, что чем дальше мы будем воевать дальше с призраками, тем быстрее будет прогрессировать проклятие, и у нас будет намного меньше времени, типа, усложняться игра. Но, может быть, есть какая-то причина, либо как он реально играет с нами. Не знаю. Это действительно раздражает, когда я ничего не могу с этим поделать, кроме как стоять и ждать. О, это бан. Эй, Кижима, все готово у меня. Все готово. Так что давай, тащи свою задницу к Шинджи, доберись до этого места, откуда открывается хороший вид на лунную башню. Увидимся там. Бан даже не удосужился услышать моего ответа, прежде чем сказать это и повесить трубку. Окей. Я связываюсь с Совой и Роуз, затем выбегаю из черного кролика и направляюсь домой. Я беру свой мотоцикл у своей квартиры и отправляюсь к станции Шинджи. Джин, блин. Байк. Эй, Кижима, ты довольно быстро. Ну что, как там башня? Как дела у лунной башни? О, попридержи коней, малыш. Я объясню тебе, как только все будут здесь. Мы ждем немного, пока наконец не приходят и Роуз, и Аои. Бан, ты собираешься рассказать нам, что происходит? Что именно ты собираешься делать с системой безопасности лунной башни? Я уверен, что вы уже знаете об этом, но... После вашего маленького показа в баре мы приняли не что иное, как полный успех. О, кстати, о времени. Время получить это 5, 4, или сделать это 3, 2, 1. Бум! Оу, внезапно лунная башня погружается во тьму. Сработало! Честно говоря, я немного волновался. Вау, а что ты сделал? Именно так. Ни одна из охранных компаний Суми не отвечает за башню, лунную башню, но я подкупил одного ответственного парня. Гаснет свет, это его сигнал, что все готово. Что? Почему ты просто не позвонил ему? Почему сигнал должен быть таким очевидным? Слушай, теперь я заплатил 3 миллиона йен за это. Если я буду подавать такие деньги на взятку, это меньшее, что я могу попросить. 3 миллиона йен? У тебя ужасно много денег для того, кто всегда одалживать просит деньги. Ну, когда я, точнее, одалживал у тебя деньги, я был полностью обанкротившись.
У меня была возможность для инвестиций, хотя я получил горячий совет. Ну, вообще, в своей гонке я преуспел, и была выполнена небольшая выплата. Я вложил 30 тысяч, которые получил от тебя, и превратил их в 3 миллиона. Ё-моё. Ты что, серьезно? Да ты просто сумасшедший. Ты такой болван. Это 100 к 1 шансы. Что за черт? Каков был твой план, если бы ты проиграл? Ну, у меня был другой план на случай непредвиденных обстоятельств. Возможно, мне пришлось бы продать почку или что-то еще, чтобы покрыть средства. Но у меня были все равно варианты. Типа шансы 100 к 1. Кроме того, я знал, что выиграю. Что, правда? Ты знал? Какими, с какими шансами? А, да, точно. Теперь я вспомнила. Он никогда не сможет добиться успеха, но когда дело доходит до последней ставки, у него появляется способ выиграть. Ты мог бы сказать, что единственная причина, по которой он играет в азартные игры, заключается в гонках, ну или в спешке, которую он получает от этих побед. О, ладно, мы говорим о бессмысленном. Перестань жаловаться, я выиграл, не так ли? И это все, что имеет значение сейчас, верно? Так что давайте двигаем жопами, и эта взятка только на одну ночь работает. Подожди секунду. Того парня, которого ты подкупил, он не собирается продавать нас, не так ли? Я не доверяю никому, чьи выгоды можно купить, ну или услуги. Боже, почему ты начинаешь задумываться о таких вещах внезапно? Что ты хочешь от этого получить? Ну... Спасибо, что у тебя есть роскошные номера, кто-то должен пойти в комнату безопасности. Ой, где комната охраны в этом здании? Ну, на первом этаже подвала, если я правильно помню. Офисы СУМИ находятся в верхней части, поэтому они на самом деле очень разделены там. Я предполагаю, что мы должны разделиться на... офисную следственную группу и группу, которая пойдет в комнату безопасности. Ну, не команда как таковая, нам просто, вероятно, нужен только один человек, который пойдет в комнату безопасности, остальные могут заняться расследованием. Киджима и Аои должны быть в следственной группе, я уверен. Киджима должен быть, потому что он цель Каку, и Аои много знает о идеальном убийце. Ну, говоря просто, либо бан, либо я будем ждать в комнате безопасности. Тебе выбирать, Киджима. Окей, кого ты возьмешь с собой? Бана или меня? Наверное, ее лучше. Медиум, как-никак. Ладно, я тогда буду сопровождать вас. Бан, ты тогда отвечаешь за комнату безопасности. Хорошо, предоставьте это мне. О, наш друг по безопасности сказал мне, что мобильные телефоны не работают в комнате безопасности. Так что, если вы захотите связаться со мной, вам нужно использовать телефон в коридоре. Это должно позволить вам связаться с комнатой безопасности. Оки-доки. Когда мы заканчиваем наш план, обсуждать наш план, мы направляемся к затемненной лунной башне. Или к лунной башне, которая теперь пока. Когда мы добираемся до здания, Аои использует свою карточку-ключ и пускает нас через черный вход. Вау, атмосферненько. Там нет никаких признаков кого-либо в темном зале с лифтами. Здесь так тихо, что можно услышать падение булавки. Ладно, хорошо, позвольте мне рассказать вам наш план расследования. Я хочу обыскать рабочие места четверых пострадавших для начала. Все мужчины, сотрудники компании Суми. Кроме того, у них нет ничего общего.
кроме этого. Полицейское расследование не дало мне ничего полезного. Это из-за большой... Это из-за темной крупной корпорации, которая мешает вам, да? Пострадавших не было предыдущих преступлений. Таким образом, мы не можем просто продолжать расследование. Но мы можем предположить, вероятно, что они были целью идеального убийцы по какой-то причине. Это, по крайней мере, то, что я думаю. Значит, вы хотите, чтобы мы изучили материал, который не был раскрыт во время полицейского расследования? У тебя ведь есть особая сила, да? Блудометр или как ты его там называешь? К тому же... В таких случаях это... Поиск гораздо проще, когда ты не... Когда тебе не нужно необходимости получать ордер на это. То есть поиск облегчается. Кажется, ты довольно трудолюбива. Ну, если проблем с законом не будет, то тогда у меня тоже проблем нет. Но с чего мы должны расследовать? Я смотрю на все лифты. Я понятия не имею, какой лифт выбрать. Мы определили, где работала каждая жертва. Две работали на 22 этаже, и две работали на 33 этаже. А на 44 этаже комната управления. Я бы тоже хотел смотреть ее, если мы сможем. Окей. Ой, смотрит на лифт слева. К сожалению, специальный лифт, который идет на этаж... Он работает только по отпечаткам, по системе отпечатков пальцев. И только зарегистрированный персонал может использовать его. Так что давайте оставим его на потом. Ладно, хорошо, тогда, думаю, мы должны пойти. Ну ладно, я тогда пойду в комнату охраны. Роуз теперь только не сойдет с ума. К чему это он? Бана нажимает на лифт и... Поднимается. А, или он проходит мимо лифтов и уходит в подвал. Что-то такое вроде. Окей, сохраняемся. Там, наверное, уже скоро время выйдет. Я могу... Подожди, давайте осмотримся. Точно. Боже. Быть в таком огромном здании ночью. Без электричества. Слушай, здесь ничего нету. Только три кнопки. На угол налево. Нужно сначала нажать кнопку, чтобы вызвать лифт. Пошли сюда. Мне нужно нажать на кнопку, чтобы вызвать лифт. Ну, нажми. Мы заходим в лифт. Holy shit. Мы втроем, да? Это камера? Мы уже позаботились об этом, но там по-прежнему неуютно. Но тут, точнее, по-прежнему неуютно с камерами безопасности. Ну, она типа не работает, но... Ну да, надо нажимать. По словам, согласно панели управления, он останавливается только на каждом уровне офиса и на крышу. Так, нам нужно на 22 этаж и на 33 этаж. Куда нам сначала? Как насчет 22 этажа? Наверное, лучше идти по порядку. Понял. Да, я тоже, в принципе. Какой этаж мы пойдем? Какого черта оно нажилось? Я не знаю, куда я сейчас прибыл, слишком быстро. Почему-то два раза нажалось. Окей. Или я как раз сюда и прибыл. Контр, первый этаж. Погнали на первый этаж. А, ну я на 22 прибыл, да. Окей. Само нажалось, просто там слишком быстро было. Окей. Ну, нажимайся. Что-то ступит так. Да, окей. Все, get off.
май. Там, может, какой-нибудь музей? Пол должен был проходить мимо прохода через эту дверь. Эй, ауе. Сверхурочные были запрещены, верно? Так что никого здесь не должно быть, верно? Да, верно. Кроме того, этот этаж закрыт даже и днем, так как убийства происходили здесь. А что такое? Я вижу фигуру за вон той дверью, вон там. А что, где? Я ничего не вижу. А? Но оно было там. Тебе, возможно, просто показалось. Нет времени, чтобы тратить на эти игры в тени, так что давайте начнем расследование. Я, конечно, сохранился. Потому что мне, конечно же, показалось, верно? Так, надо бы проверить таймер, на самом деле, потому что что-то я волнуюсь. На самом деле осталось 2 минуты, так что... Ну ладно, давай немножко еще. Эти 2 минуты я попробую сам. Дверь открывается на 22 этаж. Я вижу кучу разных дверей. Здесь есть офисы, давайте разделимся и осмотрим их. Я загляну тот, что дальше, а вы двое зайдите в офис перед нами. А, прежде чем я... Чуть не забыла, возьми это. Ключ-карточка. Это гостевая ключ-карточка с нашего расследования, она пропустит тебя в офис. Я думаю, что в сообщениях или в отчетах говорилось, что жертвы, которые работали здесь, на 22-м этаже, были... Сеньор Стаф Тагада и генеральный менеджер Шима. А, ну, старший сотрудник, точнее, Тагада. Только эти двое. Так что попробуй найти их столы для начала. Как только мы закончим искать, мы встретимся здесь. Блин, ее улыбка, конечно. Что, мы должны пойти? Да. А? Что это? Перед офисом находится телефон для связи с людьми внутри здания. В самом конце короткого циферблата находится надпись «Комната безопасности». Это должен быть телефон, о котором говорил Бан. Такие штуки... Так вот, что мы должны использовать, чтобы... Ну, позвонить Бану, если что. Да, давай позвоним ему, если нужно будет. Использую телефон, чтобы сменить партнеров. А, я использую телефон, чтобы позвонить Бану. Если что, мы можем поменять Бана на Рос, наверное. Прикольно, слушай. Так, куда мы идем? Налево. Я дергаю за ручку двери, но она не открывается. Похоже, она заперта. В смысле, давай. А, вот сюда, да. А, все, у меня нет других вещей. Опять обворовали меня. Я достаю ключ-карточку и пропускаю ее. Шкаф дверь открывается. Окей. Хотя бы это работает. Ну, не в каждом здании. Они... Такие штуки, такие замки в каждом здании в наши дни. Она повторно заблокируется через определенное время. Мы должны поторопиться и войти внутрь. Хорошо. Пошли. О май. Жесть, конечно, офисы. Здоровые. Свет офиса выключен, здесь почти полная тьма. Но даже в этом случае я могу сказать, что это довольно большая комната из-за эха, который я услышал. Слушай, она больше, чем я думал. Ну, это ведь очень большая компания. Было бы необычно не иметь офисы, по крайней мере, такого размера. Слушай, я еще никогда не работал в офисе, хорошо? Извини, если я не знаю что-то об этом мире. В любом случае, мы должны найти столы, верно? Да, нам лучше поискать подсказку, мы вряд ли найдем это, бегая вокруг. Угу.
Так, окей, я думаю, прошло уже пару минут, да, давайте на этом закончим, тогда мы даже сохранимся, конечно же. Ну вот, вау, уже 17 часов даже мы сидим. Ну ладно, часов 25, значит, эта игра. Потому что я, скорее всего, тоже тормозил в каких-то моментах. А вообще, она часов на 20. Я думаю, ну, как и метка. Так что давайте на этом закончим. Спасибо вам за просмотр. С вами был Алекс. Все, пока, не скучайте, увидимся.